Всем доброго утра январского. Вот и январь пришел, да? В Краснодар он пришел вот такой вот. Теплый. Можно спокойно вот в пижамке. Конечно, ненадолго в пижамке-то, но все-таки можно выйти прогуляться, да? Всех с наступившим, наши золотые. Ой. Все деловые гулять побежали. Встречают новый день, встречают Новый год. Ой, кто-то там понесся. Сейчас как бы заборы не снесли мои большие гигантские псы. Носятся прямо, как не знаю кто. Кто тут носится такие деловые, а? Очень деловые собаки. Прямо куда деваться, куда деваться. Бусечка, а ты что рассказываешь? Что бум-бусенок рассказывает? О, понеслись. Буся за ними, да, конечно, Буся. Давай проверим, куда там девчонки побежали. Куда там побежали девчонки наши? Проверяют, что-то делают. Да? Ну а как же территорию-то не проверить? Лялька, ты зачем там подкоп к соседям делаешь, а? Ой, какую-то фигню ведь нашла, а? Лялюшка, не надо ничего кушать на улице. Не делай вид, что я вас не кормлю. Ты шур. Косулька, господи, скажи, куда деваться от такого количества собак, а? Фейка носится наравне со всеми. А что, Донечка говорит, у меня там дети, надо идти. Сейчас, Донечка, скоро пойдем. Подожди, миленькая, я тебя запущу. Буся с кошкой солидарен, говорит, очень много нас. Нас слишком много, да? Косусунь. Ой, какие. Милоська. Все на прогулке, да? Ну все, Донечка нас зовет домой. Мы вас еще раз поздравляем с наступившим уже Новым годом. Хорошего всем настроения на все праздничные дни, на выходные. И всего самого хорошего.